10 елок к Новому году устанавливают во всех районах Владивостока. Главная 20-метровая зеленая красавица расположится на центральной площади. Остальные елки высотой по 9 метров будут на локальных площадках. Также будут установлены иллюминация, светодиодные фигуры и фотозоны. У нас работает 3 бригады. Вот, монтируются елки, бригада электриков, которые все подключают. Вот. Ну и также ремонтная бригада, которая тоже восстанавливает, если что-то у нас идет не так. Иногда это проходит где-то во дворах, выходят дети, смотрят, всем это нравится и радуются. Как сообщили в подрядной организации, монтаж елок завершится в ближайшее время. Например, уже активно идут работы в центральном сквере поселка Трудовое. В парке «Солнышко» на улице Русской елку уже украшают новогодними игрушками. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.